О строительстве. В Клину построят гипермаркет в сети Leroy Merlin. По проекту общая площадь здания порядка 130 тысяч квадратных метров. Намечено принять в штат предприятия около 200 человек. Площадка под строительство находится рядом с микрорайоном Новый Клин. Начнут работы этой осенью. Заявленный срок сдачи объекта – весна 2020 года. О дорожном ремонте. На портале «Добродел» продолжается голосование жителей региона за ремонт дорог. Всего в списке почти 2000 трасс. Клинчане также могут принять участие. Отдать голос за свою дорогу можно до 2 ноября. О статистике. С 1 по 10 октября в России проходит пробная перепись населения. Принять участие призывают всех жителей. Сделать запись в переписных листах можно только лично на портале госуслуг. О здравоохранении. Медики приглашают на бесплатную прививку от гриппа. По городу вновь колесит спецавтобус с вакциной. Изменилась география его поездок. Теперь остановки делают не только на Советской площади, но и на улице Карла Маркса у Стеллы и на привокзальной площади. Санитарный автобус работает до конца недели. График на вашем экране. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.